Мир всем приходящим на наш канал YouTube. Содержание материалов, которые здесь находятся, посвящено одному, чтобы человек узнал, кто он такой и как избрать лучший путь и спасти душу свою до вечности. То есть все делается по Святой Библии, во свете Библии. Сомнения нет в Христовых пресветлых стопах. Нам путь освещает лишь Библии свет в земных и небесных мирах. Должны мы нести Слово Божие в сердцах всем людям планеты Земля. Забытые строки с любовью Отца мы славим вновь правду Христа. Во свете Библии поем об истине, мы путь прокладываем свой делами дивными, в Христе едиными ведем мы православный бой. Пален в грехах, забыв Божий страх, правители нынче в слезах. Ты смело шагай и не унывай, другим на пути помогай. С Христом во плоти нам нужно идти, пройти километры дорог. Ты слышишь вперед, труба нас зовет, и это все делает Бог. Во свете Библии поем об истине, мы путь прокладываем свой делами дивными, в Христе едиными ведем мы православный бой. О, сколько врагов и столько друзей, о Боге ты не забывай. Ты в жизни своей все преодолей, лишь Божьему слову взывай. Оно тем сильней, сердце твое звучит все ясней и ясней. Бог свет создал из ничего, и в мире всем станет светлей. Во свете Библии поем об истине, мы путь прокладываем свой делами дивными, в Христе православный бой. Во свете Библии поем об истине, ведем мы православный бой, ведем мы православный бой.
это нас Господь послал идти до края Вселенной и проповедовать учение Иисуса Христа. Это во свете Библии. И как Мартин Лютер говорил, в мире есть одна книга Библия и одна личность Христос. Милости просим на наш YouTube, на наш сайт, на форум и на Mail.ru. Там просто зарядите Игнатий Лапкин. И материалы все к вашим услугам. Аллилуйя. Аминь.